Всех приветствую на своем канале. Видео приветов номер два. Начну с того, что я сегодня встречалась с Аленкой. Я думаю, вы все или еще не все видели наши с ней влоги. Я сделала в своем влоге ссылку на ее канал прямо в видео и ссылку на ее влог наш с ней. В общем, влог у нас получился сегодня я она вместе. И начнем с того, что у меня в 9:40 был автобус, в 9 я где-то должна была выйти из дома, и в 8 у меня должен был прозвенеть будильник. Но по какой-то случайности, я вообще не поняла как, или что-то там сбилось, и будильник у меня не прозвенел, я проснулась сама 8:30, увидела этот ужас, думаю, блин, полчаса на сборы, в общем, у меня в результате был только душ, и умылась я, короче, оделась, и сразу выбежала на автобус, не позавтракала, ничего. Но мы очень классно погуляли, на самом деле. Ну и у меня тут накопилось, во-первых, куча комментариев. Казалось, когда я приехала домой от вас, мне очень приятно. Даже, ну, в общем, очень классно. Еще казалось, что Натали, надеюсь, что все-таки Натали из Германии записала видюшку с моей будущей посылкой. Тоже очень классно, приятно. И опять же эти приветы с телеграммами. Ну, я даже своей подружке Юльке решила передать привет. В общем, как я переписала с листочков, с контакта и прочего на один листик. И листик у меня будет, наверное, с той стороны какая-нибудь там лекция или вообще что-то такое. Ну, что-то с учебы моей распечатано еще на моем принтере синим шрифтом. Ну, вы, наверное, будете видеть этот синий шрифт частично, а потом я вам переверну. В общем, огромный такой список приветов. Я постаралась более внятно написать. Привет, Чупина Анастасия и Атяшева Анастасия. Привет. В общем, дом Настям. Привет, коту Васе. Я не помню автора, честно. Я не переписала, чей кот Вася, но я думаю, хозяин кота Васи узнает себя. Юлька Менделеева, привет. Спасибо за то, что купила мне мате. Так, Юлия Ситкина. Привет. Даниэла Новика. Привет, я просто переписала твой ник, не знаю, правильно произнесла фамилию или это просто кусочек ника, но если что, подправишь меня в комментариях. Женя Гурова, привет тебе. Валера Попов и Кирияна Алекс, тоже привет. Даша Борисова, привет. Снежный Барсик, привет. Спасибо, что ругаешься с этой самой хлоркой, мне так это приятно читать вашу переписку. Ты ее так там мощно затроллил, молодец. Так. Кристина Щербина, и тебе привет. Вика Киселева. Кстати, у меня у бабушки фамилия Киселева. Дедушка был Киселев. Ну, в общем, у нас есть родня, которая в основном в Колязни бытует, и они Киселевы. Так, Элина Луцкова. Привет. Я даже ударение, кто указал, показал, написала себе на бумажке. Ну, потом увидите. Хризалит, тебе привет. Набишка из Махачкалы. Привет, Махачкала и Набишка. Так, Викуля Кацука. Кристина Попова, тоже привет. Алина Котик, второй походу, привет. Привет тебе. Аня Ковалева, привет. Так, нужно было передать привет одному городу, в котором я в прошлом году была. И я подозреваю, что я опять его произнесу неправильно. Я некоторые города произношу на свой манер. Ешкарала. Да, в общем, ну, вообще ее называла Ешкарола. В общем, Ешкарола, привет тебе и твоему классному центру. Мне так понравилось у вас там тусить. Ну, у нас, конечно, была экскурсия только за один день два города тогда, но если у меня когда-нибудь получится, то я обязательно побываю у вас. Очень классный город, красивый. У меня даже несколько маленьких видосов есть, где-то там в ранних загружено, именно вот с вашего города, с центра. Так, еще тут маленькая телеграмма. Аман, хорошего тебе настроения. Не скажу от кого. Так, кто-то попросил передать привет еще раз с правильно произнесенным ударением. Вы когда просите передать привет с правильно произнесенным ударением, пожалуйста, пишите ударение, вот где ударение. Букву просто капсом напишите одну, чтобы я поняла, куда ударение ставить. Потому что от руки-то можно написать галочку, типа ударения. И имени не было, поэтому я в комментарии попросила, но подозреваю, комментарий мой увидят уже позже, я просто переписала ник. Олеса Гордон. В общем, тебе тоже привет. Я думаю, что это Олеся, да? И Катя Гринева и Алина Фатеева. И вам привет, девчонки. Вот.
Ну, я надеюсь, это видно было. И, в общем, у меня тут видео таким широким экраном. И я постараюсь сегодня записать видео своих покупок и обмена подарков. Ну и, наверное, выложу, но я делаю на время, скорее всего, это выложится уже где-то к завтрашнему дню. Опубликуется. В общем, если вы досмотрели до конца, то спасибо и пока.